Добрый день, 19 февраля, идет снег, уже начали встречать весну, температура плюс стоит, вот сегодня плюс 3, и вдруг снежок опять, уже появились проталины кое-где, травку видно. Но еще зима. И вот сейчас февраль. Решил снова это доказать. А кому-то сегодня улетать из Москвы. Вот у меня такое стихотворение сейчас родилось. Мягкий снег идет опять, а кому-то улетать. Ничего не хочет знать, снег летит, летит опять. Заметает, заметет опять дороги. Захотел февраль быть строгим, но не сможет удержать. Самолет не будет ждать, и поднимется он в небо. Улетать будет от снега. Вот такое стихотворение. Сейчас погода переменчивая, то солнце, небо голубое уже было, птички так хорошо пели, а сейчас затихли, но уже синички, ветер. Февраль вспомнил, что еще зима, кружатся снежинки в своем хороводе. Но жизнь идет, кто-то прилетает, кто-то улетает. Ждем весну все равно. Всего доброго.